Череповцы – самая непредсказуемая пока серия плей-офф между ЦСКА и Северсталью продолжилась также неожиданно. После 5-0 и 1-6 казалось, стоит ожидать очередных результативных периодов, но все оказалось куда прозаичнее. Судьбу поединка решил один единственный гол, забитый с Булита. Ламот в одной из атак опрометчиво выпустил из рук клюшку. Правило есть правило, судья встречи назначил Булит. Мазякин, который выхода 1-1 с вратарем, если уж не в нашем хоккее вообще, то в ЦСКА точно реализуется одним из самых высоких процентов, сделал это очень хладнокровно. 1-0 всего на 12-й минуте встречи. Во втором периоде преимущество хозяев стало весомым, но оборона москвичей треща держалась. Скудра после провала в первой игре выглядел очень уверенно. И эта отличная игра вратарей, Ламот был тоже хорош, оказалась в итоге определяющей. ЦСКА выигрывает с минимальным счетом и выходит в серии вперед.